Есть. Блин. Куда идем? На рыбалку. Места настолько дикие, что здесь не только мы, но еще и кабаны. Вот он след. И снова привет! Этим видео я продолжу цикл фильмов о рыбалке на малых реках Смоленщины. В очередной раз мы забрались подальше от цивилизации, чтобы половить на спиннинг. Сразу же мы решили искать активную рыбу, не упираясь в место. Рыба начала проявлять себя довольно быстро. Сначала небольшой голавлик вышел за воблером. Затем в кустах начала гоняться за мальком щука. Ну а в этой ситуации приличный голавль начал выходить на упавший в воду воблер. Но буквально на долю секунды раньше я начал подматывать шнур, и он развернулся, оставив меня без поклевки. На какое-то время рыба затихла, но мы все шли дальше и дальше. Вот так кидай. Не вдоль течения. Вскоре у гришки произошла щучья поклевка. Но снова мимо. Вот тут небольшой вот участок, вон он заканчивается. И снова начинается. Ну а что было потом, смотрите дальше. Че, я попробую доловить твою щуку джигом. Ну, дальше вообще интересные места. Бля, тропиночка, да? А? Тропиночка. Надеюсь, не медвежья. Снимай, лови. Вдруг сейчас вытащишь. Вот это есть. Красава. Тихо, 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 подожди. Аккуратненько. Совсем закрой. Сам возьмешь. Герой нашего времени. С китайскими воблерами. Да. Ну, красава. Слушай, а в воде казалось, как будто киложка такая, да, полтора. А буду на Twitch. На Twitch? Ну вот, видишь, поймали здесь. То есть теперь придется идти дальше. Красиво. Да. Не, ну с такими забросами ты просто, блин, да даже не знаю, как подобрать слово. Мачо, не мачо. Гуру. Вот, наверное, гуру. Нет, я вот хочу закинуть вот сюда, вот прям так все коряно, если там до туда недалеко. Да, хорошо, что спинник. Было 40. Хорошее образковое качество. 2.43. Да? Энтузиазм потерял. Ты? Да. Да именно самое время использовать приманки, которые ты никогда бы не поставил, но сейчас, блядь, пришло их время. Думаешь? Я думаю, да. Ну, надо воспользоваться советом гуру.
Я вон синего даже поставил. Да. Есть. Есть. Да, друзья, есть. Хо, главлик. Вот он долгожданный. Ну такой. Не сильно шибко большой. Плывет. Есть! Друзья, нахрапом. Нахрапом пришлось брать. Как твоя примерно. Такая какая-то покоцанная. Ну что ты? Ну что, пойдем. Не, такая же. Да. Ну все. Ну, куда ж ты? В берег пошла. Бобровая плотина впереди. Есть. Блин! Есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что это такое? Опять сход, да. Ну это щука была. Такая тоже, до полкило. Ну вот она, череда пошла опять ложных поклевок. Ну как ты говоришь, можно ли это назвать выходом? Гришка отличился. Взял шнурочка? Да? Не, ну она как? Она может тебя... Она-то либо преследовала, я ее под... Атаковала, наверное, да, мимо. Ну, сегодня стандарт такой. Хотя сейчас, которую клюнула, наверное, побольше было. Хотя в воде, может быть, такая. Показывай. Счет? 2-2. Давай аккуратненько. Глянь, у тебя вообще красиво уходит. У меня так в берег как рвануло. Ну все. Ничего не все. Счет сравняли. Теперь в пятнашку. Вот давай, вот прям с этого заброса. Пожалуйста. Пошли дальше.
Вон, смотри, под тем берегом лупан. Вон она гонит. Да мне тоже так кажется. Так, давай, не спеши. Красава. Ну, Григорий. Я тебе сказал, далеко не уходи. Опять меня обошел. Тоже небольшая. Ну, такая. Да, день шнурка сегодня. Не, ну чуть поболее. Только я хотел снять тебя, а? Не снял? Да, камера была выключена. Ну ладно. Ты серьезно? Нет. Опять красиво вышло. Что это так? Ну на. Есть, друзья. Вот такой голавличек. Ну. Бойкий какой. Ну ладно. Будем тебя отпускать, не переживай. Ну, поранил немного. Ну вот. Друзья, вот такой вот голавлик, грамм на 200. Бойкий. Пошли. Все, отпускаю. Отпускаю. Плыви. Пошел. В следующий момент у меня выключилась камера, и из-за этого не удалось заснять момент поимки неплохого окуня. Буду активно по окуню. Работать. Нахер на эту плоту, эту сраную. Лещей этих не лещей. Буду работать по хищнику. Да, работаем. Да, зима это. Мы на лодке плавали. Что, надо заканчивать эту рыбалочку? Еще возвращаться через лес. А следы там, ой, какие звериные. Кабанчики, лоси, медведи. Ну ты сегодня хоть с настроением. Ну как тебе сказать, это конечно рыбалка, но тоже не рыбалка. Ловить шнурков. Ну так, потягали.
Что, друзья, закончилась рыбалка. Отловились мы, в принципе, неплохо. Ну, единственное, размер нас немного огорчил, да? Да. Вот, ну, в целом, 4-3 по реализации. Ну, окунь не в счет. Ну, ладно, если окунь не в счет. По трём, да. Ну, и были, конечно, еще поклевки. День веселый, как говорится. Вот. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем до новых встреч, пока. Пока. Главный герой. Точно мы по этой дороге идем? А? Не точно.